В Саратовской области практически полностью удалось ликвидировать вспышки африканской чумы свиней. Об этом на брифинге рассказал глава регионального управления ветеринарии Алексей Частов. В настоящее время в подсобных хозяйствах удалось справиться с очагами болезни. Напомню, диагноз чума подтвердили в Лысогорском и Аткарском районах. В зоне инфекции были уничтожены все животные. Владельцам выплатили компенсацию. Но опасность остается. В дикой природе вспышки заболевания наблюдаются у кабанов. Прошел еще один случай заболевания, гибели, вернее, заболеваний африканской чумой при отстреле животных. В качестве мониторинга мы отправляли пробы для исследования, они подтвердили наличие, но это опять в том же ареале, это в Лысогорском районе, то есть там продолжается, так скажем, действие этой инфекции. Если болезнь снова проявит себя, виноваты, скорее всего, опять будут дикие кабаны. Чтобы обезопаситься от новых очагов, было решено провести массовый отстрел животных. Специалисты утверждают, это не тотальное уничтожение, а корректировка популяции. Диких кабанов будут отстреливать в зонах, где наблюдается наибольшая их численность – в Лысогорском и соседних с ним районах. Проведены все необходимые инструктажи для егерей, для охотопользователей, как себя вести. То есть при обнаружении больных животных, при обнаружении трупов животных, при, значит, каких-то других действиях. Но еще раз, идет регулирование численности. То есть мы не говорим о том, что мы должны все уничтожить абсолютно. Это, и об этом речь не идет. И мы полагаем, что вот эти наши действия, они приведут, по крайней мере, к тому, чтобы ситуация стабилизировалась в отношении дикой природы, стабилизируется. Но от профилактических мероприятий не будет толку, если владельцы подсобных хозяйств продолжат игнорировать примитивные правила безопасности. Ведь вспышки чумы произошли потому, что домашних животных пасли в лесу, где проходили зараженные кабаны, а также поили их из того же водоема.